друг. Ислам – это милость и свет для всех людей. Даже неверующие получили пользу от этой милости, потому что благодаря наставлениям ислама их абсолютное неверие и отрицание сменились на сомнение и неуверенность. Благодаря воздействию ислама у них появились надежды на вечную жизнь, и их мирское счастье и радость жизни не были полностью отравлены, не омрачились печатью безысходности. Они только сомневаются. Сомнения же заставляют принимать во внимание обе возможности. Подобно страусу, они в полном смысле не становятся ни птицей, ни верблюдом. Оставаясь посередине, они спасаются от трудностей обеих сторон.